Здравствуйте, добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Samsung Galaxy A20e, и сейчас я вам расскажу о некоторых кодах для этого телефона. Итак, для начала, для того, чтобы начать вбивать коды, открываем приложение «Телефон» и начинаем вбивать первый. Звездочка решетка 06 решетка. Итак, это самый первый и, наверное, ключевой, даже так скажу, код, потому что этот код показывает вам серийный номер, то есть третий, правильно? Серийный номер, serial number. И первые два имей. Номер имей очень важен, потому что это номер, скажем так, как бы правильно сказать, что ли, сетевой карты вашего телефона. Наверное, так даже правильно будет сказать. Потому что если вдруг вы потеряете свой телефон, либо же у вас его украдут, обязательно несите скриншот этого номера, либо же просто на коробке вашего телефона найдите номер, этот имей, и, естественно, серийный номер тоже. И идите в отделение полиции для того, чтобы сказать о том, что у вас украли телефон, утерян телефон, и если злоумышленник войдет с помощью вашего телефона, через ваш телефон в сеть, неважно, по Wi-Fi он зайдет или через просто мобильную сеть в сим-карту вставит, его полицейские смогут увидеть на радаре. Поэтому это очень круто знать эту функцию. Ну, действительно, очень классно. В принципе, все. На первой функции хватит. Следующий код будет таковым. Звездочка, решетка. 1, 2, 3, 4, решетка. Итак, так, здесь вы можете узнать, увидеть информацию о версии. Естественно, можете увидеть информацию о Wi-Fi. Но, в принципе, больше ничего здесь такого интересного нет. Следующий код таков. Звездочка, решетка. 0, звездочка, решетка. И вы попадаете в меню тестирования вашего телефона. Здесь вы можете протестировать ваш экран, насколько хорошо он работает. Можете посмотреть, как работает вибромоторчик, да, то есть вибрейшн. Не буду сейчас проверять, потому что это займет длительное время. Можете проверить, как работает динамики, как работает сенсор и другие компоненты телефона. Я нажму на версия, можно посмотреть, какая версия. То есть для того, чтобы выйти из этого меню, нужно какой-то блок открыть и потом нажать на кнопку «Домой». Итак, переходим обратно в наше приложение и начинаем вбивать. И вбиваем следующий код. Звездочка, решетка. 0011, решетка. И мы попадаем в сервис мод, то есть в сервисное меню, в котором мы можем увидеть новую информацию, то есть о нашем телефоне, да, можем войти в стак 1 и увидеть тоже подробную информацию про разные части нашего телефона. Мы понимаем, что каждая деталь, фактически каждая деталь, особенно которая связана с сетью, имеет свой какой-то показатель, и мы можем их снимать, можем снимать показатели как раз-таки в этом пункте меню. Так, следующий код, который хотел бы вам показать, это код звездочка решетка 0228, не обессудьте, решетка. Так, здесь вы можете увидеть статус вашей батареи. Естественно, здесь вы можете посмотреть и процент заряда, не знаю, насколько это полезно, можно увидеть даже температуру батареи, это очень интересно, можно увидеть вольтаж. И всякая подобная информация. Кстати, между прочим, хотел бы заметить, что если вдруг вы разряжаете свое устройство там ниже нуля, ну, ниже нуля вы не можете его разрядить. Ну, можете, в том-то и прикол, что если вы разрядите его ниже нуля, то он больше не зарядится. То есть аккумулятор, можно сказать, умирает, когда его разряжают ниже нуля. И если вы перенесете такой мертвый телефон в сервисный центр, они подключат его напрямую к питанию, то есть без аккумулятора, и скажут, что простите, пожалуйста, данный случай не является сервисным, потому что не является гарантийным, потому что они зайдут в это вот как раз таки меню и увидят по циферкам, снимут показания, что телефон был разряжен ниже нуля, дела дрова, и все, и больше не смогут вам ничем помочь. Если вы хотите протестировать вашу батарею, можете нажать Quick Start и можете протестировать каждый блочок, каждый блок вашей батареи отдельно, он будет протестирован. Конечно, это займет какое-то время и также снимет несколько процентов, если не десятков процентов заряда, но это того стоит. Иногда нужно калибровать батарею. Так вот, следующий пункт таков. Это звездочка решетка
0,8 решетка. Итак, это очень важный пункт, особенно если вы пользуетесь, скажем так, если у вас есть интерес к кастомным прошивкам, либо же просто вы часто подключаете свой телефон к компьютеру, и вам нужно менять тип подключения. Ну, здесь очень легко поменять тип подключения, это самый простой, наверное, ну, как для меня способ менять тип подключения к компьютеру. Можно сразу переключиться на RNDIC, точнее RNDIS. Ну, как по мне, это очень удобно. И сразу же перезагружаете устройство, ну, особенно если переключаете на RNDIS, то желательно устройство перезагрузить, а не просто нажать ОК. Вот, и телефон сразу же меняет тип своего подключения. И последний код, который я хотел бы вам сегодня показать, это код звездочка решетка 2663. Решетка. И мы попадаем в меню точно такое же, почти такое же, скажем так, это немного другое на самом деле. Меню немного отличается от того, в которое мы попадаем, когда вбиваем 1, 2, 3, 4, но я думаю, вы сами сможете заметить здесь разницу. Ну, во-первых, у нас другие пункты меню, ну, кроме, конечно, Refresh Wi-Fi Version. Здесь появляются новые функции, Developer Only, NA, ну и всякое такое. Спасибо большое за просмотр, я надеюсь, это видео было полезным для вас. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. До встречи!